Мой предыдущий план провалился! Этот тыквоголовый ни на что не способен! Но ничего! Я достаточно отсеялся! Настало время вернуться в бой самому! Всем привет! У нас срочный вызов из юрского периода. Кажется, здесь намечается серьезная битва. Замос снова объявился. Видимо, он набрался сил. Точно, давненько мы его не видели. С тех самых пор, как 3 раза подряд одолели его. Ну что же, одолели 3 раза, а уж 1 раз и подавно справимся. Так. Я скучал по вам, ненавистные сорняки. А мы-то как по тебе соскучились. Друзья, ставьте лайки для поддержки, и мы начинаем бой. Вперед, мои первобытные приспешники! В атаку! Топчи растений! Неправильно! Топчи зомбоса! В атаку! Топчи зомбоса! Эй, что за шутки? Вы что, оплыли тут без моего присмотра? Живо разворачивайтесь обратно! Гипно, ну ты жжешь! У нас целая армия зомбарей теперь имеется! А до меня никто даже не дошел! Я что, зря подпорку использовал? Не расстраивайся, коллега! У меня гипноза хватит с остатком, так что можешь отдохнуть! Ай-яй-яй-яй! Выпустите меня! Вы зажали меня тут! Бей зомбоса, не жалей! Ох, не сладко там ему приходится. Он же реально с места не может сдвинуться. А вот по делам. Пускай не собственной шкуре прочувствует, как это постоянно с мертвяками сражаться. Прекратите гипнотизировать моих слуг! Это нечестная игра! О, кто это запел про честность? Хочешь разжалобить нас? Получи, пузыреголовый карлик! Вы что, и Гаргантюа тоже голову заморочили? Эй, Горгоша, я же тебя растил, кормил и лелеял! Это уже какая-то комедия. Бедный его мехозавр, уже трещит по швам. Навались, дружнее, еще немного поддадим этой железяке. Да сколько можно, прекратите! Домой хочу! Нет уж, постой, мы тебя сегодня хорошенько проучим. Так проучим, что снова на несколько месяцев пропадет. Проклятие! Как сбежать из этой консервной банки? Входную, кажется, заклинило! Терпи! Мы не отстанем, пока ты не образумишься! Плохая была идея снова сунуть к вам нос! Очень плохая! Вот, кажется, наша образовательная программа начинает работать. Но нужно закрепить урок, поэтому я не прекращаю гипнотизировать его болванчиков. Ух, как хочется надавать по этой железной морде. Ну что же вы творите, изверги? Отпустите меня! Не могу больше терпеть! Нет, еще рано. Нужно убедиться, что ты усвоил урок. Да честно, усвоил! А что именно-то ты усвоил? Ну-ка, расскажи. Никогда больше не буду нападать на вас! Обещаю, только отпустите! Это правильный ответ. Пожалуй, мы тебя отпустим, но это в последний раз. Ой, кажется, лёг открылся! Я свободен! Будьте прокляты! Нападу на вас при первой же возможности! Пропустите! Пропустите тупоголовые зомби! Ай, я! Ой, ёлки-палки! Отстаньте! Давно так не смеялся. Ага, зомбос улепетывал очень смешно, аж пятки сверкали. А меня смешит то, что он даже своего робота бросил. Хорошую трепку мы ему жадали. Жаль, что уже пора прощаться. Ну да ладно, ставьте лайки, до встречи в следующих сериях.